Первая россиянка заразилась коронавирусом. Где ее будут лечить и почему наши соотечественники, помещенные на карантин, бегут из клиник? Как казалось, случай в Питере не единственный. Что я должен, все прощаю. Должникам за коммуналку теперь не будут отключать воду. А что с этого тем, кто платит? Все о нововведении расскажем. Почему в скором времени в барах с алкоголем мы будем сидеть до 23:00? Причем тут патрики и где все-таки можно будет опрокинуть соточку ближе к полуночи? Как объяснил продавец, то, что они зарегистрировались как под бар, свободно они продавать могут все, что угодно, любой крепкий алкоголь. Почему пешеходные переходы у нас до сих пор место, где можно остаться навсегда? Сбила машина. И новые стандарты безопасности должны будут внедрить совсем скоро на наших зебрах. В новостях из Замкад расскажем, из-за чего в Ульяновске повысился радиационный фон и как в Башкирии спасали лошадей, провалившихся под лед. Удалось ли спасти и не пострадали ли спасатели? Почему теперь граждане Украины не смогут въезжать в Россию по внутренним паспортам? И как жертвам шторма Денис едва не стали пассажиры самого большого в мире лайнера? В прямом эфире Иван Распопов и Мария Рыбакова. Доброе утро, Москва! Доброе утро, москвичи! Мы рады, что вы включили телевизор и проснулись так рано во вторник. А значит, вы узнаете самые интересные новости и получите позитивный заряд. Начнем с самого главного. Всем привет! На улице настоящая весна. Опять мы бьем все возможные температурные рекорды. Впереди, правда, еще больше плюс. Плюс 10. Возможно, будет, но пока плюс 7 в течение дня обещают. Несмотря на это, на улице порывистый ветер, возможно, сегодня осадки. Что будет в течение дня дальше, нам расскажет уже Никита Попомнин. Ну и правда, сейчас мы выходили, вот, шли до работы, очень тепло, реально весна, ветра нет. Но вначале коротко о ночных происшествиях в столице. На Московской кольцевой легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Авария произошла в районе 44-го километра. Грузовик развернул на проезжей части после того, как легковушка влетела ему под колеса. Что заставило водителя совершить такой опасный маневр, неясно. Но, к счастью, никто не пострадал. Сейчас давайте узнаем, что происходит с коронавирусом. К списку стран, чьи граждане заразились инфекцией, добавилась Россия. Подхватила все-таки женщина его, которая на лайнере Diamond Princess находится. Судно стоит у порта Якогама вторую неделю. Власти Японии блокировали корабль после того, как у одного из пассажиров нашли это заболевание. На изолированном корабле инфекция начала очень быстро распространяться. И, пожалуйста, наша соотечественница заболела. Ее в ближайшее время отправят в больницу. На борту останется еще один россиянин. Так что, возможно, уже завтра незараженным пассажирам позволят сойти на берег.